слева атака, да? Рукой, и я знаю, что я буду бить сумки и удар сюда. Справа будет удар рукой, я буду бить, а, рука стоит, я буду руку защищать и продевать сумки. Кота? Удар ногой, я знаю, что буду. Раз, я буду бить там в коленку, кота. И я вот это тренирую, больше ничего не тренирую. Другая ногой тоже в коленку, все. Я это стойко делаю, учу 4-5 ударов, но довожу их до совершенства. И все. И для жизни, по большому счету, хватит. И потом видели, как финансовые мастера себе руки набивают, как копыта. Таким копытом ударишь, то молотом по голове. И все. И можно на этом остановиться, понимаете? Но у нас есть школа, которую мы как бы изучаем и переносим опыт всех мастеров, которые объединились. Другой мастер придумал себе стойку, предположим, вот такую, да? И он знает, что с его справа не ударит, потому что он защищен. На кота можно ударить отсюда. Он знает, что он будет ударять здесь и будет бить голову. Все. Его прием любимый, на кота. И он становится, и что бы ни сделал, да бах! Он защитился. Ты бах! Удар! Все. А если ногой? Ну, ногой он тоже чем придумает в этой стойке. И он будет тренировать. Вот я стал, открытая нога, да? Предположим, нога, да? Нога, да? Здесь бум, рука, на кота. Удар, да? Нога другая идет, да? Я этой рукой бах. Эта рука мне сейчас стоит ударом, когда я сделаю. Ну, я так примерно показываю, что может быть. Когда другой встанет вот так, как мы застанем в руку. Он знает, что будет делать. Он раз, он будет знать сюда, будет сломать руку и бить по шее. Все. Понимаете? То есть у каждого цель прибамбаса. Я когда сдал на второй дан, у меня была любимая комбинация, я все время бил. Какая? Я стоял Майгири, ой, Яку. Уходил и уйцу. Кота? Вот моя была, я ее тренировал месяца два. И когда я сдавал экзамен, я столько ребер поломал. Это еще Стиверный подходит, Ханшет, Лухоландер подходит и говорит, больше не бей, потому что ребра все летят. Никто не ловил никогда их. Скорости не хватало, никто не видел этого. Но я это тренировал. И тоже было интересно. Был когда первый чемпионат мира, а Яма посылал команду, наверное, видели в этот фильм мастеров по разным сторонам света, где мастера готовились делать свою любимую комбинацию. А потом эти любимые комбинации проходили на чемпионате мира и показывали тренировки в зале и тренировки на чемпионате мира. Вот то, что вы готовите, то вы и сделаете. Никто этого не ждет никогда на соревнованиях. Да? Это ваш секрет, и который вы потом применяете. То же самое должны также готовить соревнования. Что-то придумать такое, что никто не знает. А если будет все лимбить цуки-цуки, гьяку-цуки, лу-кип, это все знают. Вот, да? Поэтому надо все время думать, что вы будете делать. Фудач!